Коммуна Ингебель в Швейцарии стала домом для католического женского монастыря францисканского ордена. Монастырь был основан в 1856 году матерью Марии Терезой и отцом Феодосием. В монастыре мы оказываем помощь всем, вне зависимости от возраста, пола, национальности, религиозных взглядов или социального статуса. Это могут быть люди из Швейцарии или других стран мира. Мы также предоставляем работу людям, которые в обычной жизни испытывают сложности с занятостью. Я так обрадовалась, когда услышала, что наши старые компьютеры будут заменены на новые. И дело не столько в деньгах, сколько в экологичности новых систем. Я думаю, Windows to Go — это прекрасная идея. Мне больше не приходится носить с собой ноутбук. Я просто беру с собой флешку и могу работать с любого компьютера. Это очень практично. Иногда мне казалось, что сестры немного опасались компьютеров в прошлом. Что, если я сделаю что-то не так? Может, я его сломаю? А сейчас они почти как дети, которые с удовольствием готовы исследовать что-то новое. Плиточный интерфейс — это отличная штука. Им так просто пользоваться. Вам больше не нужна мышка. Вы просто нажимаете на иконки, и все работает. Именно это и отличает операционную систему Windows 8. Сенсорное управление делает устройства удобными для людей, которые раньше вообще не пользовались компьютерами. Такое естественное управление дает весьма позитивные результаты. Частью наших общих усилий по интеграции и упрощению процессов стала задача по централизации компьютерных технологий. В качестве обслуживающей компании мы постоянно оптимизируем использование компьютеров, ноутбуков, планшетов и смартфонов нашими клиентами, следим за обновлением парка оборудования и соблюдением вопросов безопасности. Пакет Windows Intune оказался идеальным решением для этого. Windows Intune позволяет мне быть уверенным в защите нашего оборудования во время его ежедневной эксплуатации на территории всего монастыря. Windows 8 полностью изменил мой стиль работы. Я успеваю больше. Теперь ничего не мешает творческому процессу. А поиск нужной информации стал проще и быстрее. С Божьей помощью и Windows 8 теперь мы можем больше времени уделять нашему приходу и страждущим.